Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы в Победе. Это экономный магазин-склад. Давайте посмотрим, какие здесь цены. И рассмотрим товары вместе со мной. Есть небольшой уголок, здесь канцтоваров. Цены здесь вот такие, на тетрадке 3,90, тоненькие. Финалы по 19 есть, фломастеры 42 рубля. И вот есть разные тетради, конечно, альбомы. Все необходимое есть. Также есть одежда для детей. Цены: трусики 44, комплект для мальчика 149, пижама детская 319. Вот тут вот мы видим этот товар. Также для взрослых есть пижамы и халатики. Так, вот такие вот халатики. Ну, я что-то наподобие видела в светофоре. Так, халат женский на молнии 389 рублей. Есть цвета вот такие яркие, с подсолнухами. Вот, повеселее, есть поспокойнее, с такими травами, вот, с цветами. Женские трусики, вообще-то бумажные, с рисунками, 66 рублей 70 копеек. Так, а мужские, вот мужские, по 96 рублей. Также есть носочки, женские, челны, 37-39. Челны носок выпускает. Это носки детские, 26 рублей. Хотя здесь 37-39 размер написано. Значит, это 30 рублей. Все, разбираемся. Здесь вот цены наверху, а вот эти вот носочки по 26 рублей детские. Или нет? Опять нет. Ой, мужские носки вот такие вот. Упаковка 5 пар 145 рублей. Так, пока мою телегу не угнали, пойдем дальше. Обращаю внимание вот на этот крем. Его хорошо разбирают. Детский крем. Он идет с витамином, экстрактом ромашки, витамин А и Ф. Цена 43 рубля за 46 миллилитров. Сейчас была учебная пожарная тревога. Продолжаем дальше смотреть. 63 рубля. Вот такая корзинка для хлеба. Очень симпатичная. Есть в светлом цвете и в сером цвете. Вот еще такая хлебница. 105 рублей. Тоже вижу три цвета. Так, мыло вот есть. Целебные травы 31 рубль. Так, вот такое вот мыло. Я самая. Самая-пресамая. Так, а где у нее цена? Увлажняющий крем для лица. Так, это и не мыло вовсе. Откуда-то с другого места улетело. А, вот. Я самая. Нет. Не знаю, в общем, откуда-то улетело. Само по себе живет. Прокладки Белла нормальные. 20 штук. 89 рублей стоит. Есть также вот такие по 129 и по 109. Вот такого плана. Ультра дышащие. Из бытовой химии. Из чистящих порошков Пемолюкс 59,90, Санфор 70 рублей, 67 рублей, 109. У них разные цены. Вот это вот 92 для ванны и душа. Азолит антижир 163 рубля. Такой пузыречек. Дыня 39 рублей. Колхозница и торпеда. Цена одна. Так, есть еще арбузы. Растительное масло.
Золотая семечка 113 рублей стоит. Бутылочка Мистер Рика 119. Так, ну и вот здесь мы видим другие варианты. Олейна 119 и Слобода 109. Но вот очень сложно разбираться, потому что все это, все цены наверху. Так, мука алексеевская 60 рублей. Так, 2 килограмма. Царь пшеничный, высший сорт. Так, 82,90. Такая пшеничная, высший сорт. Соль йодированная, илецкая, высший сорт. 110 рублей 40 копеек. Так, обычной нету, что ли? Сахар 64,90 за килограмм. Тут фасованный. Такие вот пачки можно взять. Так, и вот есть крышки. 20 штучек 80 рублей. Вот эти вот твист завинчивающиеся. И вот такие, которые закатывают, 158 рублей. Мне кажется, это самая дешевая цена на крышки. Вот только в Победе. Так, ну и надо сахар взять. У меня, как всегда, быстро уходит сахар из-за того, что мы консервации у нас, варенье готовим и так далее. То есть вот даже два, наверное, будет мало. Так, где моя телега? Вот она, не угнали. Помидоры по 55 рублей. Такие вот. Хлопья Ясно Солнышко 55 рублей упаковка, 350 грамм, очень хорошая каша получается. Ну, имеется рис, вот он здесь шлифованный, длиннозерный 75 рублей, 800 граммов, круглозерный за килограмм 79,90. Лук 21,90, ну вот я вижу остатки только, наверное, вынесут. Капуста 11 рублей 90 копеек, вот цены здесь наверху. Так, зайдем в холодильное отделение. Бифилюкс Волжский простор 38 рублей 450 граммов. Так, вот он тут имеется. Молоко Волжские просторы. Так, неплохое это молоко. Цены вот здесь вот внизу. Нужно смотреть, неудобно очень, конечно. Так. Есть йогурты, кефирчики есть, 58 рублей. Волжские просторы тоже. Так, меня просили взять. Так, свежий, который возьму. Также есть еще и ряженка, и сметанка, и йогурты. Давайте посмотрим сыр, по какой цене. Стародубский российский. Покажу вот так обзорно. Также можно купить вот такой рулет. Куриный. 369 рублей. Так, и по 499 рублей такая грудинка. Дубки довольно-таки вкусные. Грудинка хорошая. Вот такая морковка по 26 рублей. Свекла 19,90. Картошка 19 рублей, довольно-таки неплохая, хорошая. Яблоки 59 рублей. Абрикосы 79, сливы есть. И персики. Сливы 49,90, а персики 99 рублей. Так, и посмотрим, что из курочек. Вот есть и голени, и филе. Цены перед вами. Вот они упакованные. Есть крылышки. По 208 рублей. Вон, на барбекю, хорошо. Курочка 154. Ковяль. 139. Атяшево. Арбуз по 13,90. И есть тесто
52 рубля 90 копеек. Очень хорошее. Мне больше понравилось дрожжевое. Но есть и бездрожжевое. Так, и есть еще фасоль стручковая. 153 рубля за килограмм. Прошлые разы я брала брокколи замороженную. Очень вкусно было готовить в духовке с курочкой. Соды 31. Так, есть еще вот такой сахар по 64,90 в упаковке. Так, посмотрим, какая рыба сегодня у нас в обеде предлагается нам. Так, вот. Креветки 369, пангасиус 257, кальмары 319, горбуша 345 рублей. Это филе уже готовое. Есть горбуша целиком 289, и минтай 249 рублей. Вот такой вот он. Амбала 169 рублей, очень вкусная. Минта есть по 144 рубля, вот уже в упаковках идет. Скумбрия 189 рублей. Конфет здесь, конечно, большие ряды. Много чего интересного и вкусного. Вот здесь с черносливом. Так, и цена с черносливом. Так, вот здесь вот нужно разбираться, уже искать, какая цена этого чернослива. Так, ну, шоколадная. Глазурь и внутри чернослив. Так, чернослив называется. Кстати, есть еще вот абрикос на юге роз. Так. Разные здесь конфетки. Так, где же цена-то? 500 рублей вот эти конфеты за килограмм. Нашла я ценник. Вот он прямо перед нами оказывается. Вот здесь вот. Наверное, вкусные. Печенье можно купить. Вот такие орешки со сгущенкой. Так, цены, опять же, надо смотреть вот здесь, вот наверху. Ну, вот такие цены здесь можно разглядеть. Ой, смотрите, какая интересная выпечка с зернышками. Так, что это такое? Непонятно, где смотреть. А, вот. На свежем отборном яйце, без консервантов и без дрожжей. Вот такое печенье. Как оно называется, я так и не увидела, где смотреть. Так, ну, такие мишки. Кексики. Ну, конечно, здесь их много завезли. Тут разные-разные сладости. Знаете, как их тут завались. Вот эти, наверное, вкусные печенье. Заварушечка в белой глазури. Ну, такие вот есть сладости. Вафельный торт 117 рублей. Вот эти круассанчики 17,90 всего лишь с начинкой. Птичье молоко, конфеты 147 рублей 90 копеек, 300 граммов. Вот такой набор конфеток. Так, ну я вот сегодня мало набрала всего. Друзья, на этом видео свое буду заканчивать. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем отличных, выгодных покупок, крепкого здоровья и солнечного настроения. Пока-пока, друзья. Так, вот здесь вот есть, смотрите, напиток кола черноголовка. 2 литра 89,90, а есть тоже 2 литра. Но вот они чем отличаются? А, Байкал! Вот чем отличается Байкал. Кстати, Байкал я возьму, я люблю Байкал. У него очень классный вкус, хотя у меня одному сыну нравится, а другому нет. Он любит колу. Один. Все, вот тут вот мы берем.